Здравствуйте. Сегодня я расскажу о фондовых коллекциях Херсонского заповедника. Общеизвестно, что раскопки на территории древнего города были начаты еще в 19 столетии. Тогда же был организован и первый музей – склад местных древностей. Он был и музеем, и хранилищем того, что было найдено во время археологических работ. На сегодняшний день Херсонская коллекция насчитывает 245 тысяч предметов, самых разнообразных – от пуговицы и гвоздя до крупных мраморных архитектурных деталей. Владеет Херсонес и коллекция предметов с драгоценных металлов. Она невелика, так уж сложились обстоятельства. Однако мы стараемся на большие праздники показывать некоторые экспонаты из нее. Думаю, что если к нам приедете в Херсонес, то сможете посетить залы и посетить некоторые временные выставки, где мы обычно хвастаемся нашими фондовыми сокровищами.